Газпром планирует инвестировать более миллиарда евро в развитие своей сербской дочки НИС до 2019 года. Из них 150 миллионов будут вложены в сбыт. Недавно мы побывали в республике, о том, как были модернизированы автозаправочные комплексы и почему весной и осенью на сербских АЗС покупают больше дизеля, в репортаже моего коллеги Андрея Шляпникова. Это заправка «Дунай» под Белградом. Именно отсюда в 2012-м «Газпром» начал завоевание балканского рынка АЗС. Ставка была сделана на премиального клиента. На каждом рынке существует прослойка клиентов, которые хотят платить больше за большее качество, за лучший сервис, за уверенность в том, что они приобретут все самое лучшее на рынке. До прихода «Газпрома» здесь существовали европейские компании, наверное, скорее одна – это ОМВ, которая предлагала премиальный сервис. Войдя на этот рынок, «Газпром» составил ОМВ очень серьезную конкуренцию. Могу сказать, что вот за последние два года мы обогнали ОМВ даже по такому показателю, как средняя реализация. Сегодня у «Газпрома» два бренда. Одноименный на базе российского сети АЗС «Газпромнефть». Это премиальные заправки. Но есть еще и своего рода эконом-класс – массовый АЗС «Ниспетрол». Такие комплексы были еще до прихода российского гиганта в Юго-Восточную Европу. АЗС необходимо было модернизировать. Узнаваемый бренд решили сохранить. Ведь уже в 2009 году, когда «Газпромнефть» приобрела контрольный пакет «НИС», доля рынка розничной сети сербской компании составляла 35%. Сегодня, кстати, этот показатель увеличился до 43%. Мы начали еще в 2012-м открывать «Газпромовские АЗС» в Сербии. У нас их теперь 16. Их количество постоянно увеличивается. И в том, и в другом бренде мы предоставляем много услуг. Но на премиум-заправках их спектр намного шире. Сегодня в странах Балканского региона 430 АЗС, которыми управляет сербское предприятие «Газпрома». По среднему объему ежедневного оборота бренды лидируют в Сербии, а также Боснии и Герцеговине. Что касается Болгарии и Румынии, то эти АЗС входят в топ-3 розничных сетей. И неудивительно, удобное расположение заправок, современное оборудование, а главное – премиум топливо. Его производят на нефтеперерабатывающем заводе в городе Панчево. Сначала на заправках появился дизель «Ультра Ди», а в прошлом году впервые на балканском рынке на АЗС «Газпром» стал продаваться и брендированный бензин G-Drive с октановым числом 100 и дизель G-Drive. Как и везде в Европе, именно дизель пользуется особой популярностью. Его выбирают 60% автолюбителей. Какое доброе гориво. Я не знаю, что они добавляют в топливо, но после этой заправки я прямо чувствую, как возрастает мощность двигателя. Запускается машина легче, меньше вибраций и шума. К тому же на круг получается сильно дешевле. Мне друзья сначала сказали, а потом я и сам заметил, премиального топлива хватает на дольше, чем обычного. Больше всего дизельного топлива на заправках эконом-класса продается весной и осенью. Заправляться приезжают фермеры. В Сербии из 300 тысяч тонн дизельного топлива 88 покупают именно сельскохозяйственные потребители. Для них придумали не только специальную программу лояльности, но и особое топливо с улучшенными смазывающими свойствами. И все же при невысокой платежеспособности населения рынок премиальных заправок в республике растет. Как показывают маркетинговые исследования, водители хотят не только заправляться на АЗС. Почти 90% клиентов готовы платить и за дополнительные услуги. До прихода «Газпрома» на Балканы главное для автозаправки было, чтобы клиент как можно быстрее уехал. «Газпром» поменял идеологию. Теперь главное, чтобы покупатель как можно больше на заправке задержался. И для этого созданы все условия. Список популярных товаров, которые сегодня реализуются на АЗС «Газпром», входят масла. Кстати, собственной марки. Приехав сюда, я был поражен. Я узнал, что, например, масла Nisatec, это наш бренд, продаются больше всего на АЗС. То есть потребители вызывают доверие масла, продаваемые именно у нас на станции. Доверие вызывает не только качество, но и оригинальность продукта. Здесь не купишь подделку. Копировать начали не только масло, но и логотип топлива. Как говорят сотрудники НИС, им это даже отчасти лестно. Своего рода признание лидера рынком. И все же за нарушениями строго следят и сразу пресекают. Впрочем, в планах не останавливаться на достигнутом. Второй этап модернизации НПЗ в Панчево откроет новые горизонты для сербской НИС на европейском рынке топливного ритейла.